Да, где то тут, да, и как он там пишет, как он там пишет, базука не промахивается, и просто смотрите, как его сегодня будут в этом Атомике Харт нагибать, просто нагибать. Короче, ребятки, подписывайтесь на Чеканок, прям вот ставьте дизлайк и отписывайтесь. И заметь, вот, ничего не спиздил в контенте, все свое. Подожди, а мы сейчас до этого доберемся, давайте, кстати, посмотрим. Атомик, ёпты, Харт, это самое есть, Антон, Юрец все свое слышал. А давайте посмотрим. Что-то прям на мою бабку похоже прям. Да ладно, твоя бабка? Да я тебе говорю. Ну и все, пиздец, она в пиксельный мир ушла. Ебать. Ну ты давай. Я на работу пошла. Ага, а сама хуяк в Атомике, давай там всех. Расчленять. Понятно. Ну в Атомике гомики, блядь. Ну если что, смотрите, он, кстати, гайдодел. Зацените, сколько у него гайдов. Причем по Elden Ring'у. Прям, бля, прям гайдецкий на гайдецким, гайдецким погоняет. Не, ну красава. И одеяние, и сеты, и топса, и постки, короче, мне взад. Тебе написали, блядь, вот. Пиздить хватит. Atomic Heart — это базука? Я тоже нормально. Тоша, весь твой контент — один большой плагиат. Ну да. Я тоже нормально. Было хорошо. А что мне написали-то? Нихуя мне тут... Что-то пиздобол, блядь, написали. Бог, что контент говно, главное свое. Да нет, почему говно? Не, ну такое, да, конечно. Контент реально говно. Не, ну как это говорится, свое говно не воняет, она нормально. Да, до сих пор смотрят и благодарят за гайды. Вот так, понятно, нахуй? Вот тебе говно. А что он, кстати, играл, смотри? Скорн, 4 стрима. Краундед, 2 стрима. Ву Лонг Фаллен Династия, демо. 3 стрима аж у него ушло на демку. Ну ты что, блядь, ну родной... Ну, так нельзя играть. 10 стримов по GTA 4, Stray 4 стрима, The Division 2 9 стримов, Demon's Souls 10 стримов, до сих пор, по-моему, в него. Sniper Elite 5, и кто играл, ставьте плюс. Ну, короче, да. Игры у него, да. Хуйня, да? Ну, типа, знаешь, типа, я любитель AAA проектов, знаешь, он, типа, у него канал такой говорит, я люблю AAA проекты, сочный графоний, хорошую картинку, вот, и вообще вот это вот все. Гайды тоже говно. Юра, прекрати, заткнись, сейчас мне зачем до твоего канала. Ладно, я ушла, не прощаюсь, до встречи, всем хорошего денежка. Давайте, ребят.